Казанском федеральном университете состоялся визит полномочного посла Латвийской республики в Российской Федерации госпожи Астры Курме вместе с делегацией ее коллег. Знакомство с Татарстаном латвийская делегация решила именно с Казанского университета и, как выяснилось, неспроста. Госпожа Астра Курме поделилась, что, посещая новые города, всегда стоит поинтересоваться жизнью университетов, в частности, научной. Кстати, гости отметили, что в Латвии достаточно хорошо известна научная деятельность Казанского федерального и невероятно богатая история. И уже многие студенты Латвии на сегодняшний день все чаще проявляют к КФУ огромный интерес. И теперь у делегации в планах рассмотреть результативные связи между вузами Латвии и Казанским федеральным. Ведь хороших контактов и связей для плодотворной научной работы много быть не может. Для университетов, я думаю, всегда есть интерес сотрудничества. Студенты и профессора, и ученые, и люди открыты, они всегда ищут новые возможности. Невозможно развивать науку, закрыв двери и окна. Только общаясь с другими, возможны большие открытия. Вот, мне кажется, университеты, как раз и ученые, это самая благоприятная среда для новых возможностей.